Подождать люди. А почему курим на самолете, вот на борту? Чей? Курите, да? Я маме. Иди к маме. Тут же сигнализация, все везде есть. Давай. Это же вы не на самолете, не на машине, а в самолете. Или в самолет сели. Где надо пристегнуться, команды слушать. Ходить нельзя, когда при взлете. Но, ну и все, ваш отдых закончился. А все, вам командир корабля отказывает в проезде. Вижу, надо снимать. Ну это все, это все, будем разбираться. Я звоню своей маме, говорю, чтобы мне сняли. Пусть она вызывает следственный комитет, разбирается, где и что, почему мне сняли, из-за чего сняли. Мама сказала, ты, говорит, прилетишь, скажи, что ты долетел, все нормально, позвони. Я говорю, хорошо, мамуля. А теперь я скажу, меня барнули, в каком-то высадили. А что высадили? А я не знаю, разбудили, полиция сказала, я там что-то где-то ходил, там, что-то бродил, там, не знаю.